Здесь не хватает растений. На самом деле это только лишь скелет. А мясо это будут растения. Очерк, мох. Скалы будут живые и зеленые. Привет, друзья, меня зовут Костя Юдин. Я ландшафтный архитектор. Говорила мне мама, никогда не показывай неоконченную работу. Но я ее никогда не слушался. И все время все равно показывал неоконченную работу. И продолжаю это делать. Что из этого получается? Понятно, что а что это? А почему так? Много критики какой-то, да? То есть вот куча вопросов. А зачем вот эти вот дырочки? А зачем вот эти вот... Почему это вот... Что это за трубочки такие? Вот. Вот я, видите... Вроде как красиво, да? Ну, красиво, очень красиво. Конечно, красиво. Но здесь не хватает растений. С растениями это будет смотреться совсем по-другому. Это фасадная часть. Уже набрано озеро, видите? Вот уже сделан такой водопад. Озеро набрано еще не полностью, вот, но уже можем видеть вот эту вот впечатляющую экзотическую гладь воды. Я хочу вам показать вот эти камни. Это скиммер. Вот здесь открывается, видно, скалы. Мой друг тоже снимает. На самом деле это только лишь скелет. Это только лишь скелет, а мясо это будут растения, это будет очерк, мох, скалы будут живые и зеленые. Но технологическую часть, конечно, самое сложное, самое основное, понятно, что я уже сделал. И, соответственно, сделал много ракурсов и видов, которые в будущем будут очень-очень-очень впечатляюще и красиво смотреться. Сейчас хочу с вами пройтись по этому участку еще раз, да, уже без моего прекрасного изображения моего лица, да, хочу просто вам показать те места, которые я сотворил для интересного, вот, разнообразного пребывания в этом ландшафте.